Мария Ерико. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемый Олег Борисович. Я, к сожалению, не буду таким велеречивым и словоохотливым, как господин посол Конюк. Я зачитаю официальный адрес посла Российской Федерации Сергея Павловича Копыркина. Президенту медиахолдинга «Ирабунг» Айку Борисовичу Бабуханяну. Примите мои сердечные поздравления по случаю значимого юбилея, возглавляемого вами медиахолдинга «Ирабунг». За 35 лет своей успешной и плодотворной деятельности медиахолдинг «Ирабунг» зарекомендовал себя в качестве авторитетного и востребованного информационного ресурса. Это несомненная заслуга его руководства и творческого коллектива. Особо ценим последовательную, принципиальную позицию в поддержку сохранения и развития российско-армянских союзнических отношений и многовековых братских связей между народами наших государств. Искренне желаю доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений вам и вашей команде. С уважением, Сергей Копыркин. Я от себя лично хотел бы поздравить вас с 60-летием. Я понимаю, что больше половины своей жизни, вы отдали вашему изданию. Это, несомненно, важная веха, но, как говорил наш белорусский коллега, это лишь начало, все еще впереди. Спасибо. С праздником вас, ваш коллектив. Спасибо большое. Спасибо.